И, ребята, всем привет! Меня зовут Вика, вы на моем канале. И сегодня я снимаю видео под названием My Artbook, часть вторую. И погнали! И, ребята, кто помнит, в первой части мы остановились именно вот на этом рисунке, поэтому поехали дальше. Тут идет рисунок с надписью Peace. И да, тут растолстевшая рука, поэтому не судите строго. Дальше идет вот такой вот рисунок с помадкой Baby Lips. Я думаю, все ее знают. И да, вот это, кстати, XXL. Я решила не заполнять одним маленьким рисунком целую страницу, поэтому я сделала несколько надписей и два рисунка. Так, там нарисован лак. Тут нарисовано сердечко. Здесь написано I love you. И здесь мама, папа. Дальше я пыталась нарисовать сноуборд, но не знаю, насколько у меня это правда получилось. Но все же просто я хотела придумать какие-то узоры для него, и пока что мне надо будет его доделать. Дальше идет тоже лист с множеством рисунков. Наверху нарисован алмаз и надпись Love с сердечками. Дальше нарисован кот Бэтмен. Дальше идет вот такая вот надпись VIP. Дальше идет принцесса, мороженое и еще одно мороженое. Дальше идет глаз. И надо будет нарисовать, кстати, второй. И вот такие вот круги, как будто один на другом. На самом деле это все легко рисовать. Зайдите на канал «Простые рисунки». И там очень легко все показывают, рассказывают. И крутые рисунки получаются. Дальше у меня идет рисунок также Бэтмен, заяц. И идет дальше... Забыла, как ее зовут, девочка из Gravity Falls. Дальше идет список страничка труда и какие снять видео еще. Дальше идут две страницы с 3D-рисунками. Я, конечно, не знаю, насколько они у меня прям шикарно получились, но все же я постаралась. Дальше идут 3D-надписи, вот такие вот. Кто хочет, если наберется хотя бы 2-3 лайка под этим видео, то я сниму еще одно видео из рубрики «Сделай сам». Дальше идет вот такой вот очень красивый, что рисунок город. Ну а дальше идет мой любимый арбузик. Я и дыню люблю, в принципе. Дальше идет шапка Деда Мороза. Вот такой вот офигенский рисунок, я считаю, с губками. И какой-то непонятного происхождения цветочек. Дальше у меня идет чай и Спанч Боб. Тут мне так поставила оценку, пока не видела, 5 плюсом. Да. Дальше идет рисунок с попкорном и вот такой вот летний лук. Лук в смысле одежда. И на этом пока что вторая часть заканчивается. Мне, кстати, осталось, ну, не скажу, что мало, но я немного листочков дорисовать. И, ребят, я надеюсь, что вам понравилось это видео, поэтому не забудьте поставить пальчик вверх, написать коммент. И если наберется под этим видео хотя бы 2-3 лайка, то я сделаю третью часть, но даже если не наберется, то я все равно ее сделаю, только между нами. И не забудьте подписываться на мой канал. Пока!